100 лет не была в Новодевичьем. А ты здесь часто бываешь? А я всех своих новых девушек сюда вожу. Мило. А потом ты их куда деваешь? Складываешь в Стародевичий? А что, такое тоже есть? Ну да, на Остоженке. Он называется Зачатевский еще. Надо как-нибудь посетить. В общем, не думала, что ты так интересуешься монастырями. Что поделать? Я теперь с некоторых пор веду монашеский образ жизни. О, а у кого-то жизнь бурлит. Да уж, бурлит. Ой, прости. Да? Ого, да-да, поняла, хорошо. Да-да, скоро буду, спасибо. Мне нужно срочно ехать, еще сдавать самокаты. Я так и думал. Я сдам. Спасибо, ты настоящий рыцарь. Пока. Настя, подожди. Там прям действительно что-то ужасное? Не хочу сеять панику, но если история окажется резонансной, то ты скоро сам все узнаешь. Из газет, наверное. Начальником вашей опергруппы. А, это вы? Мы вас заждались. Младший лейтенант Ладашкин. Очень приятно. Очень приятно. Но без химзащиты все равно нельзя. Я думаю, найдется комплект для меня? Да, прошу. Труп надо увозить. Сейчас отправим. Но сперва доложите, что тут у нас. Даже не могу предположить. Пожалуйста. А поточнее? Есть подозрение, что это отравление ипритом. А если иприт, значит теракт. А там Кремль, представляете? Страшно подумать. Подождите, но иприт — это газ, который применяли еще в Первую мировую. Здесь бы уже всех покосило. Понимаете, все зависит от концентрации. Если она невысока, то симптомы проявляются только через несколько часов. Подождите. Потом расскажу. Может, лучше на всякий случай? Так. А это 100%, что он умер от отравления? Невозможно быть уверенным без теста. Хотя, в принципе, все симптомы как по заказу. Желтушность кожных образований, слизистых оболочек и склер. А не закария. Так, а не закария, это у нас что? Это у него зрачки разного размера. Так, я правильно понимаю, что если покойный благоухает чесноком, то это также может оказаться и мышьяк, верно? Верно, либо покойный любил чеснок на завтрак. Ясно, а что у нас в личных вещах? При погибшем были обнаружены документы на имя Богданова Виктора Сергеевича. Так. А также библиотечная книга, телефон и протеиновый батончик. Новелла Мопассана. Неожиданный выбор для молодого человека, да? Ну почему? Я в прошлом году прочитал с удовольствием. Вы закончили? Да, помещение проверено, а отравляющих веществ не обнаружено, людей еще проверяем. Спасибо. Можно заходить? Пожалуйста. Пойдемте. Слушайте, ну и напугали же вы нас вашими противогазами этими. Да. А вас что, так легко напугать? Нет, так это я просто так слово сказал. Можно разговор поддержать, так сказать. И меня-то противогазами не напугаешь. Я еще в армейке в них бегал. Бывало, со взводным поспоришь на спор. Вы фрагменты нужные нашли, нет? Так а что их искать-то? Вот они. Тут вроде ничего необычного нет. Женщина вот эта совершенно безобидная за ним сидит. Безобидная. Может, он съел что-то? Ну, да что он мог съесть? Так шоколадку какую-нибудь съел, конфетку. Он здесь продается вкусно, недалеко. Так вроде не жует ничего. А вот на этой камере что? А, это камера с читального зала. Mm-hmm. Слушайте, ну там надолго. Давайте я вам включу, а пока за шоколадочкой сгоняю. Давайте вы мне лучше это все на флешечку сгоните. А я вернусь и заберу. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Следственный комитет. Здравствуйте. Лейтенант Ладашкин.
Здравствуйте. Ну, по поводу Богданова Виктора Андреевича, нам нужна его регистрационная карта. Да-да, сейчас найду. Богданов Виктор Андреевич. Давно он зарегистрирован? Да, зарегистрирован давно, месяц назад. Ну, брал книги редко, всего две за это время. Первый раз, когда получал читательский билет, и второй вот сегодня. А что это за книги? Какие-то особые издания? Да нет, ничего особенного. Ну, такие можно брать в любой районной библиотеке. Ну, записано на центральную. Близко живет? Не близко. Давайте я вам распечатаю его адрес. А вы не могли бы показать нам, где он сидел? Да, конечно. Пойдемте. Скажите, вы что-нибудь замечали? Может, что-нибудь ел, пил? Да что вы! Какая еда в читальном зале? Ну, конечно, молодежь бывает разная, но мы тут безобразия не допускаем. А может быть, кто-то к нему подходил, общался? Нет, разве что мимо проходил. Вы знаете, у нас не принято мешать друг другу во время работы. И никаких признаков недомогания? Может быть, он за живот держался? Он совершенно нормально выглядел. Ясно. Жаль. Очень, очень жаль юношу. Так, ну вот, кажется, здесь. Вот точно, вот за этим столом он сидел. Ну, раз в библиотеке яда обнаружено не было, очевидно, Богданов принес его с собой, так? Да, но зачем? Травить кого-то хотел в библиотеке. Ну, мало ли. Может быть, яд был у него с собой, но травить он никого не собирался. А что он хотел, травить водопровод? Или как в старину, колодец? Кстати, я слышал, что здесь нашли какой-то колодец старый. Да, действительно. Недавно археологи нашли старинный колодец, только не здесь, а у дома Пашкова. И без воды. И вообще никто не понимает, для чего он был нужен. То ли он был местом заключения, то ли подпором для фонтана. Ну и масса версий про подземные ходы. А вы специалист? Да, скорее любитель. Вообще сомневаюсь, что Богданов стал бы травить колодец или водопровод. Ну а пока наши эксперты исключают версию с ипритом, давайте узнаем, кем был этот наш Богданов. Почему вы отвергаете возможность суицида? Ну, во-первых, на записях видеонаблюдения не видно, чтобы он глотал яд. Мы, конечно, посмотрим и другие записи из читального зала, но я не думаю, что он самоубийца. Не похож, да из чего бы. Как с чего? А что, если несчастная любовь? Он Мопассана читал, сразу видно. Романтическая натура. Как вы? Романтик? Я не настолько. А что, если он читал Флобера? Что, если он как госпожа Бавари? Наглотался мышьяка и вперед в библиотеку, да? Слишком изощренный способ покинуть этот мир. Ладно, Кость, вы не обижайтесь. Мы обязательно проверим все версии. Но для нас сейчас главное понять, Богданов был отравлен намеренно или случайно. Мы будем надеяться на первый вариант. Почему? Разве он лучше? Ну, потому что если парень оказался случайной жертвой, значит, будут и другие. О! Наконец-то. Вы поднимайтесь, осматривайтесь. Я пока пойду поговорю вон с теми дамами по поводу старожилы. Подпишите, пожалуйста. Старожилы, как правило, не упомнят. Ну, гляди, что-то да упомнит. Он заслонит весь свет в нашем дворе. Мало того, все деревья срубят. Согласны, да? Спасибо. Да, конечно. Извините. Всего доброго. Добрый день. Капитан Вяземская. Следственный комитет. А могу задать вам пару вопросов по поводу Виктора Богданова? Да, установочка спартанская. Да, весело. Значит, как-то так все вышло. Мальчик-то славный был, такой, знаете, застенчивый. Продукты иногда привозил нам из магазина. А сколько раз мне лекарства из аптеки? Да. А на чем, на машине или... Да нет, на велосипеде.
Он целый день, как заводной, туда-сюда. Ой, аж в глазах рябило. Да. А девушки у него не было? Не знаете? Ни разу не видела. Девушек сюда не водил. Он вообще был непутевый, неприспособленный. Да, это верно. Так, а может быть, друзья? Друзья у него были? Здесь, во всяком случае, не бывало. Да никто к нему не приходил. Да. Да. Понятно. Идем сюда. Он явно от голода умер. Тут же мышь повесилась. Не хлебом единым. Да. Кефиром единым. Значит, говорите, двоечник был. Странно, у вас вроде в доме одни ученые живут. Вот только Богдановы, они не из наших. Но вы понимаете меня? Митю-то бабушка воспитывала. Милая женщина, но, знаете, так немножечко от сохи. Работала в Академии наук, вот и квартиру тут получила. Значит, она была тоже ученым. Буфетчицей она была. Вы знаете, тоже своего рода наука. Да. Даже искусство. Дочь у нее ребенка-то тогда родила, а потом с ухажером укатила. Ну и что можно было ожидать от Вити? В такой семье вырос. Еще какая-то жидкость. Познакомимся. Хорошо. Гардероб у покойного юноши весьма разнообразный, а зубная щетка... Одна. И она у меня в ключке. А вы не знаете, с кем еще я могу поговорить по поводу Виктора? С Одорожным. Попробуйте. Василием. Он тоже в этом подъезде живет. Квартира 16-я. Спасибо. Только Василий, он тоже не из наших. Да, бухгалтером, да. Дмитрий Геннадьевич, взгляните-ка. Да. Похоже на следы яда. Что скажете? Я молодец? Да, вы молодец. А это тальк. Но вы же не можете утверждать на 100%. Костя, поверьте, это тальк. Василий Одорожный? Да. Анастасия Вяземская, Следственный комитет. Скажите, насколько близки вы были с Виктором Богдановым? С Витькой? Ой, с Витькой мы, ну, часто общаемся. Мы так, по-соседски. А вас связаны какие-то общие интересы или? Да не, болтаем просто так. О том, о сём. Скажите, может, в последнее время он рассказывал, у него были какие-то проблемы или неприятности? Не знаю. Да нет, ну... Ну, может, на работе там начальникам зарплату не платил. Витька все время жаловался на него, говорит, жмот. То есть у них был конфликт? Нет, не знаю. Не знаю. Может быть, он так за глаза его поносил, а напрямую и не ругался. Вы лучше у него самого спросите, он работает в магазине спортивного питания. Вот. А что случилось-то? Дело в том, Василий, что ваш сосед скончался сегодня утром. Как скончался? Похоже на смерть в результате отравления. Да ладно. Такой молодой. Ну, отравиться можно в любом возрасте. А вы, случайно, не знаете адрес магазина? Да, это Винокурова 6. Я часто туда к нему заходил. Зачем? Вы же соседи, виделись часто. Батончики покупал, энергетические, протеиновые. Они там у них очень вкусные, меня Витька сам на них и подсадил. Понятно, спасибо. Вопросов больше нет. Подождите, скажите, а он как отравился? Он что-то съел? Мы пока не знаем. А чем? Выясняется, почему вас это так интересует. Просто переживаю. Виделись сегодня? Что-то ели вместе или пили? Нет, нет, сегодня вообще я его не видел. Ну, тогда беспокоиться вам не о чем. Всего доброго. Ну, что тут у нас? Очень странно. Судя по зубной щетке, жил один, но в шкафу хранит мужские и женские вещи. Соседи тоже говорят, что девушки у него не было. А ваша девушка такое носит? Нет. Скорее, мама. Да? Даже моя мама такое не носит. Слишком старомодная. Возможно, вещи остались ему от бабушки? Вряд ли. Размер не тот. Загадка. Да.
А значит, что, Константин, проверь родственников Богданова. Хорошо. Может, кто-то заезжал, интересовался квартирой в хорошем доме. Могло бы стать мотивом. Тогда я в отделении. А я в магазин, где он работал. Буду позже. Здравствуйте. Капитан Вяземская, Следственный комитет. По поводу Виктора Богданова. Да, мне уже сообщили. Хороший был парень. А вы не в курсе, был ли у него конфликт с кем-нибудь на работе? Да с кем? У нас тут всего два продавца, да я сам. Ну вот, вы, например, я знаю, что вы ему зарплату не платили. Чего это не платил? Ну, задерживал, было пару раз. Ну так это бизнес, всякое бывает. Он вроде с пониманием относился. Понятно, значит, с вами у него конфликта не было. Ну, может быть, с кем-то из покупателей. Да вы чего? Ну, такой свой в доску парень был. А бояха такой. Значит, ни врагов, ни друзей у него не было, так? Ну, чуть друзей-то не было. Полно. Соседи сказали, что к нему в гости ни разу никто не приходил. А чего им дома сидеть? Они на великах гоняли. А где? Ну, вроде где-то в центре. В центре, да, в результате? Да, точнее не скажу. Они к нам-то и дело за протеином, ну, то есть спортивным питанием заглядывают. Витька разрекламировал. А сам он употреблял какие-то препараты? Велосипедистам мышечную массу наращивать не надо, поэтому так, по мелочи. Батончики протеиновые, напитки энергетические. При нем был найден один батончик. Это из вашего магазина? Да наверняка. Они у нас популярны, лучше всего расходятся. Хотите? Да, попробую. Но только после того, как экспертиза докажет, что они не опасны. Опасны? То есть, типа, он батончиком отравился? Все может быть. Да, это бред. Это к полрайона полегло, боже. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Но вы их лучше с прилавка пока уберите. До выяснения. Хотите меня без выручки оставить? Нет, скорее на свободе. Как я и предполагал, иприта нет. Слава тебе, Боже. Замечательно. А вскрытие? А вскрытие показало удивительные результаты. Ротовая полость и пищевод пострадавшего буквально сожжены каким-то едким веществом. Состав пока не определили. Но если ожог был внутри, значит, яд в еде. Есть и внешний ожог. Вот на подушечке указательного пальца. А ожог химический или термический? Это пока трудно сказать. Можно сказать сразу. Химический. Какие вы резвые. Чего вы взяли? Потому что он его получил, когда клал яд в рот. Костя, у вас есть жвачка? Да. Сколько пальчиков вам для этого потребовалось? Это ни о чем не говорит. Мог одним брать. Ну да. Если яд выжег ему весь пищевод, значит, действовал быстро. Однако в дыхательных путях никаких следов обнаружено не было, что в целом неплохо. Чему? Это говорит о том, что яд не распылялся. А что у нас с родственниками погибшего? Не поверите, но их нет. Значит, квартира это отдел государства. Нет, стоп, а как же мама, которая сбежала со своим ухажером? Пожалуйста, мама умерла в Питере 5 лет назад. А вернее, погибла от рук своего сожителя, страдая от алкоголизма. Странный персонаж этот Богданов, да? Значит, родственников у него не было, друзья все-таки были, однако никто в гости к нему не заходил. А что у нас с контактами? Пробили? Да, пробили, тоже ничего интересного. Угу. Длительных разговоров не было, постоянных абонентов тоже, кроме тех, кого уже установили. Так, вот это хозяин магазина. Ему нужно будет уделить особое внимание. А вот и сосед, Вася Бух. И тренер тоже здесь, с которым, видимо, он ездил в парк кататься на велосипеде. Тогда вы, Костя, займетесь тренером, а я пока посмотрю видео с читального зала. А что с последними вызовами? Проверяли? О, чё, как ты, где? А, здравствуйте, это Анастасия Вяземская, Следственный комитет. Представьтесь, пожалуйста. Сомов Сергей. А, с Богдановым Виктором Андреевичем знакомы были? А как же, он мой друг. А что случилось? Телефон у него украли, что ли?
Об этом мы обязательно вам расскажем, но чуть позже. Вы могли бы подъехать в отделение? Нет, я полный. В смысле, настолько, что это мешает вам передвигаться по городу? Да нет, вы неправильно поняли. Я пиццу развожу, у меня еще 5 адресов. Если задержу, мне таких наваляют. Понятно. А через сколько вы сможете освободиться? Ну, часа через 2-3, не раньше. Адрес готовы записать? Да, записываю. Последний круг! Так вы говорите, у Богданова не было особых талантов? Да не было. Он вроде крепкий такой. Ты бы так мотался, глядишь, тоже бы мышцы набрал. Благодарю за ценный совет. Богданов не метил в чемпионы. Ой, еще как метил. На Тур де Франс собирался. Я ему говорю, куда тебе, пацан? У человека была мечта. О, мечтатель, упертый такой. Думал, ему для этого только денег не хватает. А деньги что, их взял и заработал? А вот если данных нет, то... Скажите, а его могли устранить соперники? Кого, Богданова? Ну да, убрать Богданова, чтобы победить в соревнованиях. Ну ты скажешь тоже, он же только несколько раз по любителям выступал. Кому ему там нужно было убирать? Да и в профессиональном велоспорте такого беспредела не бывает. А когда вы видели его последний раз? Да вот недавно, на прошлой неделе вроде заходил. Весь мозг мне вынес с этим новым байком приобрести. А ему это по карману? Ну, он вроде должен был денег заработать. А он не уточнял, где именно? Нет, да и мне, честно говоря, по барабану. Большое спасибо. Вы очень помогли. Ну, так что, не надумал ко мне тренироваться? А то давай, я из тебя человека быстро сделаю. Могу себе представить. Я подумаю. Ну. Работаем! Товарищ полковник, разрешите войти? Заходи давай. Так, ну что, не иприт? Никак нет. Очень хорошо, садись. А то у меня телефон уже чуть не взорвался. Какие версии? Ну, у нас пока ничего конкретного. Но нужно пробить все контакты погибшего. Их не так много, родственников у него не было, девушки тоже. Домой он никого не приводил. В общем, жил как шпион какой-то. Шпион. Сядь. Шпион. Не шпион, скорее наркокурьер. Почему? Живут скрытно. Велосипед, опять же, в тему очень удобно. Товар развозить. Ну, не все же велосипедисты, наркоторговцы. А у него, кстати, друг есть, так вот он пиццу развозит. Может, тоже как-то пробить его? Ну, на кокаин. Ты мне тут давай не ерничай. Богданов был отравлен, так? Так, и что? А то. Именно так в 90-е годы наркоторговцы расправлялись своими курьерами, которые проворовались. Травили? Именно. И причем убойной дозой той дряни, которую они своровали. Но Богданов не был отравлен наркотиками. У него же внутри все выжжено, он как будто керосина выпил. Не знаю, ну, может быть, у них героин закончился. Или жалко стало. На керосин перешли. Вы меня только за этим вызывали? Все? Я тут узнал случайно. Мафиоза твоего арестовали. Плешкова? Кто? ФСБ. Вот я же говорила. Значит, ФСБ давно его разрабатывало. А мой дядя, то есть полковник Ягупов, говорит, что никакой группировки антикваров не существует. Странно. Ладно, с ними я разберусь. Все, ступай. Спасибо, Андрей Николаевич. До свидания. Поговорили? Да. И? Богданов говорил, что у него должны были появиться деньги. Интересно, откуда? Может, квартиру хотел продать? Вряд ли. Тогда к нему приходили покупатели, а никого не было. А что это у вас? Запись камер в книжном зале? Да, но там ничего интересного. Не видно ни рук, ни ел ли он что-то, если вообще ел. А вот есть кое-что поинтереснее. Вот это вы видели? Ну, а что тут особенного? Всю жизнь жил с бабушкой. Когда она умерла, начал тянуться к соседям.
Стал для них как сын полка. Что-то по разговорам с соседями я этого не заметила. Не могу сказать, что они его полюбили, как внука родного. Так, дела доверяли, но особо близко не подпускали. Вообще, да. А зачем он хоронил их фотографии? Вот это нам предстоит выяснить. А там в контактах один номер заблокирован. Это кто? Юля Вахт. Угу. Вахтерша какая? Сильно она ему докучала, раз он ее заблокировал. Думаете, верный след? Смотря где она была вахтершей. А что, если на секретном предприятии? Что, если в химической лаборатории? Что, если именно она вставляла ему яд, от которого он умер? Гениально. Номер пробьете? Алло? Нет, мы не заказывали никакую пиццу. Ладашкин. Сомов? Добрый день. Капитан Вяземская. Очень приятно. По поводу Виктора Богданова. Вы же с ним дружили? Ну да, общались. Мы знаем, что в ближайшее время к нему должна была поступить крупная сумма денег. Скажите, вы владеете какой-то информацией об этом? Ну да, мне Витек рассказывал, что им должны были деньги прийти, но откуда молчал? Может, это от того, что вы недостаточно близко дружили? Куда ближе-то? Мы 10 лет за одной партой сидели. Со школы дружим. А вам не показалось это странным, что он не сказал, откуда должен был получить деньги? А что странного-то тут? Ну, пруху не хотел спугнуть или еще что? Все равно потом бы мне все рассказал, что ему скрывать-то? А что случилось-то? Скажите, вы точно не замечали чего-нибудь действительно странного в его поведении за последнее время? Так, походу, дело серьезное. Не телефон посеял. Скажите, он ссорился с кем-то? Да он вообще мирный. Ну, там в школе пару раз дрался, а так... А он что, морду кому-то набил? А девушка у него была? Ну, были какие-то там девчонки, но чтоб прям девушка, нет, я бы знал. А кто такая Юля? Какая Юля? Вахтерш. Я понятия не имею, я никаких вахтерш не знаю. А, Юлька-то? Ну какая она вахтерша? Она гримерша. В театре Вахтангова. В смысле, она там пару лет назад работала, потом ушла в театр у Никитских ворот. Ну, прикольная такая. Но Витек с ней не гулял. Понятно. Спасибо большое. Вы нам очень помогли. Так вы мне расскажете или как? Да, конечно. Мой коллега вам сейчас все объяснит. Угу. Да, слушаю. Ну что, как там твой ужас-ужас? Не рассосался? Да более или менее разошлось, да. Значит, есть шанс поужинать? Тебе и завтрак, и ужин. Палец дашь, руку откусишь. Завтрак не считается. Ты сорвалась на работу. Я вообще-то сейчас работаю, а кое-кто мне мешает. Да понял, отстал. Нет, подожди. Слушай, а может мы вместо ужина, ну, сходим там в театр, например? Спасибо. Достанешь билеты? Достану даже с Луны. Отлично, тогда созвонимся. Пока. У вас так глаза вспыхнули. В чем догадались? Это так пока, просто версия. Рано говорить. Я пойду домой, а вы пока узнаете у экспертов, может, удалось выяснить, что это за яд. До встречи. Моя дочь надела платье. Не из-под палки. Это событие войдет в учебники истории. Просто сегодня у меня есть веский повод. Я иду в театр. Раньше ты ходила в театр в джинсах, несмотря на мои протесты. А с кем идешь? С пекарем? Так, мне показалось ли я сейчас в твоем голосе услышала нотки сарказма? Осталось только поджать губы и сказать, он не из наших. Хорошо, что ты обо мне думаешь. Я называю этого юношу пекарем лишь потому, что ты не удосужилась нас познакомить с ним, не говоря уже о том, чтобы сказать его имя. Мам, просто общаемся. Я не хочу спешить. Тебе так скоро придется знакомить с каждым напарником из МВД. Угу. Так, и что? Какая сюда больше подходит? Обе хорошо. А когда ты начнешь выбирать цепочки для какого-нибудь напарника из МВД, не забудь, пожалуйста, его нам представить. Ладно, пойду без цепочек. Конечно, правильно. Лучшие друзья девушек – это
пистолет и служебное удостоверение. Ладно, я пошла. Пока. Ты чего? Вставай. Я ничего такого не делаю. А вот ты, Настя, своей красотой нарушаешь общественный порядок. Да? Так ведь у вас в полиции формулируют. Мне кажется, ты, Леш, нарушаешь порядок. С клумб цветы срывать. С тобой лишь никакого театра не нужно, да? Ты сам в душе артист. Почему? Почему же только в душе? Я вообще и к работе творчески тоже отношусь. Ты тоже? Ну, конечно. У нас вообще на работе такие артисты попадаются, что тут без творческого подхода никак. Опять ты о своих бандитах? Давай лучше, как всегда, лекции о Москве. Давай. Я вот, например, знаю, что тут Пушкин венчался. Да, в храме Вознесения Господня. Mm-hmm. А еще здесь жили Блок, Лермонтов, вдова Булгакова. Так. А у Алексея Толстого здесь в 80-х квартиру ограбили. Ага. Достаточно для лекции? Ну, если вспомнишь еще что-нибудь, можешь рассказать? Да мне кажется, пока что достаточно. А то уже слишком. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вас помню. Я вас рисовал 6 лет назад. Меня? Нет, извините, вы, наверное, что-то перепутали. Я бы запомнила. Ну как же, у меня фотографическая память. Только вы были с другим молодым человеком. Я его видел, кстати, 2 дня назад. Нет, нет, это... этого не может быть. Извините. Настя! Настя, подожди. Прости, я сама не понимаю, что в меня нашло. Понимаю. Бывает. С кем-то встречалась, кого-то любила. А старик тебе об этом напомнил. Да. Наверное, плохо расстались. Да, не очень. Он умер. Прости. Ничего, я давно пытаюсь об этом забыть. Старик явно с приветом. Что ты напутал? Да, да, точно. Конечно, просто, ну, настроение испортилось. Зато теперь мне действительно нужно отвлечься и, может, пойдем? Там уже начало скоро. Что ты ищешь? Нет, ничего. Можешь пока взять программку? Я сейчас быстро, ладно? Да, сейчас. Добрый день. Здравствуйте. Вяземский следственный комитет. Представьтесь, пожалуйста. Юлия Выхина. Очень приятно, Юлия. Мне нужно будет задать вам пару вопросов. Скажите, вы были знакомы с Виктором Андреевичем Богдановым? Нет. Извините, я... Да, конечно. Юлия, отпираться бесполезно. Я в курсе, что вы были знакомы не только с Виктором, но и с его другом Сомовым, который нам это уже подтвердил. Скажите, почему Богданов заблокировал ваш номер? Заблокировал он, ну что? Я ему звонила, думала, уехал куда. Вы часто ему звонили? Угрожали? Вот еще. Он мне денег должен. Я звонила спросить, когда отдаст. Должен за что? Да так, я одолжила ему. Может быть, грим ему делали? По фотографиям. Вот ты где. Это кто? А это... это вот коллега мой. Знакомьтесь, Алексей. Знакомьтесь, Юлия. Юлия. Юлия, может, хватит юлить? А то пойдете как соучастница убийства. Какого убийства? Витя кого-то убил? Нет, Юлия. Убили Витю. Как? Вот так. Скажите, вы знали, чем занимался Богданов?
Я клянусь, я понятия не имею. Я ему просто делала грим несколько раз. Ну, что тут такого? Вы считаете, ничего? А вы не думали, что он в этом гриме мог совершить действие криминального характера? Вы не спрашивали его ни о чем? Ну, он не захотел рассказывать, и он денег мне обещал. Прилично. Ладно, вы не переживайте так. Если будете сотрудничать со следствием, то вам ничего не грозит. Да, буду. Скажите, он просил делать только грим пожилых людей? Да. Вот этих? Эти фотографии он мне показывал. Ясно. Вот зараза, ради денег на все готов. Что, если он в вашем гриме банк ограбил? Или, может, человека убил? Здрасте. Привет. Удалось определить вещество, от которого умер Богданов? Белый фосфор. Точно? Да вот, точнее не бывает. Первый раз вижу, чтобы человека травили белым фосфором. Да сам в шоке, как говорится. Поэтому так долго определяли? И поэтому тоже сначала думали, что это мышьяк, а запах чеснока и у него, и у белого фосфора. Где он его взял? Удивительно. Не то слово. Больше его нигде нет. Ни в вещах покойничка, ни в его доме, ни в этой протеиновой дряни из его магазина. То есть батончики чистые? Как слеза. Да, Анастасия Сергеевна. Костя, есть новые вводные. Нужно срочно проверить все микрофинансовые организации в районе Никитских ворот. Это который кредит за час? Да, что-то вроде. И схожие. А что искать? Есть подозрение, что Богданов брал кредит на имя своих соседей. Ого. Да, он гримировался под них и доступ к паспортам тоже имел, когда он им продукты заносил. Хорошо, уже еду. Подождите, а что с результатами экспертизы? Отравление белым фосфором. Но все образцы, которые мы брали, чистые. Это точно? Да, 100%. И из магазина, и из квартиры. Хорошо, тогда до завтра. В юноше погиб артист. И все из-за каких-то паршивых кредитов. Никогда больше не вмешивайся, если я работаю. Это же не шутки. Какие шутки? Твоя работа превыше всего. Ты ведь позвала меня в театр только потому, что тебе это по работе нужно, да? Вообще-то у меня есть разрешение. Я могу пройти когда угодно и куда угодно. Тогда я совсем не понимаю, зачем тебе я нужен? Ну как, чтобы совместить приятное с полезным. Ты, между прочим, приятная. А что у нас сегодня дают? Вот видишь, тебе даже это не особо интересно. Понятно? Не дуйся, я правда хотела пойти в театр с тобой, честно. Верю. Тебе даже Станиславский бы поверил. Признайся, я ведь помог следствию? Хорошо сыграл? Кого? Плохого полицейского. Да, идеально. Мы вообще-то оба играли плохих полицейских, поэтому в следующий раз лучше воздержись, ладно? Оставь ты ее в покое. Я просто хотела узнать, как спектакль. Если бы она хотела рассказать, она бы там зашла, рассказала. Угу. Не надо ее дергать. А вдруг постановка не понравилась? Будем надеяться. Хуже, если не понравился кавалеру. А ты зачем у Лени спрашивал, какое дело она сейчас ведет? Я просто хотел быть в курсе, так вот, на всякий случай. А Ленька твой трепло. Сергей, вот что за тайна от меня, скажи на милость. Я же вижу, что ты сам за нее боишься. Это я от тебя заразился. Чего бояться-то? Ну чего? Тем более он брат твой. Говорит, Настя больше туда не лезет. Да вот слава богу. Хотя мой брат может и врать. Правильно, потому что Ленька трепло. Это да. Да.